пришел на час раньше. Скромный парень Саша Трунов кажется немного смущен от такого внимания, ведь теперь и соседи, и сверстники знают о том, что он не дал утонуть ребенку в болоте тем майским днем, и говорят о Саше как о настоящем герое. За смелость и неравнодушие юношу поблагодарил лично глава округа Андрей Булгаков и вручил школьнику ценный подарок, который будет весьма полезен в учебе. Помимо, что ты геройский поступок сделал, для нас это круто, потому что ты наш. Да? То есть это говорит о том, что у нас такие ребята и семьи живут, которые за людей. Также поблагодарили школьника за смелость член Генерального совета деловой России Виктор Звагильский и представитель компании «Ростагрокомплекс» Сергей Бабаченко, отметив, что юноша оказался в нужное время в нужном месте. Он волей случая пришел немного раньше на тренировку в свой спортивный клуб. К слову, развитие спортивной инфраструктуры – вопрос, который очень волнует фряновцев. После награждения Саши глава округа обсудил эту тему с местными жителями, в частности, предстоящую реконструкцию стадиона «Труд». Так работы планируется начать уже в сентябре. Будем делать само футбольное поле, беговые дорожки и много что еще уже в этом году. В сентябре начнем, в ноябре закончим. Вторым этапом станет возведение волейбольной и баскетбольной площадок, спортивных снаряжений для ГТО и воркаута, устройства электроснабжения и освещения, проездов и тротуаров, трибун, кроме того, строительство административного здания, раздевалок и тренерских. Вторая очередь реконструкции запланирована на 2022 год. Анна Балиет, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.